Всем привет! Итак, сейчас уже на самом деле утро следующего дня. Я решил специально заехать на утро, чтобы снять, как все получилось. Потому что вчера, собственно, ушло всего там час. Все места задел стяжкой. Сейчас покажу то, что получилось. Сейчас уже проведена влажная уборка. Также свежая стяжка побрызгана водой. Ну и рядом с ней, чтобы набираться большей прочности. Итак, вот наша комната. Вот самый большой проблемный участок. Также вот наши трубы теперь правильно расположенные. Ну и все остальные места маленько подмазанные, так сказать. Все. Теперь ждем, когда сделается остальное помещение. И после чего, соответственно, все будет покрыто финишным равнителем. И пол приобретет окончательный идеальный вид. Ну, на этом все. Всем пока.